И если человек может гордиться всем чем угодно, то как же ему не гордиться? Как не гордиться? Единственный вариант, как можно отказаться от гордости, если человек признает, что все его способности, все его таланты являются подарком Бога. Кто хозяин всего этого? Бог наделил меня способностями. Бог дал мне богатство. Если человек понимает это именно таким образом, то ему нечем гордиться. Что бы он ни делал, кем бы он ни был, нечем гордиться, потому что все это выдано мне в пользование. И такой человек может быть по-настоящему смиренным. Можно спросить, а вот это смирение вообще хорошая вещь? Как-то неприятное. Ну, есть ли там счастье? У меня какой-то негативный образ встает, когда я говорю о смиренном человеке. Знаете, вот все Богу принадлежит, я ему подчиняюсь. Как-то неприятно. На самом деле есть две ситуации, когда человек проявляет такое смирение. Один вариант, когда человека заставляют, когда к его голове приставляют пистолет и говорят: «Жизнь или кошелек». Человеку приходится проявлять смирение, подчиняться, отдавать этот кошелек, ему больно, он хочет отомстить. И мы не о таком смирении говорим. Второй вид смирения, когда человек с радостью кому-то подчиняется, с радостью и с удовольствием начинает подчиняться желаниям другого человека. И у нас есть примеры такого смирения в нашей жизни. Мать и ребенок. Вы посмотрите, мать практически круглые сутки служит своему ребенку. Вот если кого-то брать на работу и дать такие данные, вы будете 20 часов в сутки работать бесплатно, без перерывов, без отпусков. Кто согласится на это? Но мать соглашается на это. Ей нравится это делать, потому что это любовь. Когда человек испытывает чувство любви, он с радостью подчиняется объекту своей любви. Он, естественно, становится смиренным. Помните эту песню? «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Представьте себе, серьезный мужик ползает по песку, целует этот песок, и люди с пониманием на все это смотрят. Это любовь. Да, он ей восхищается. И веды объясняют, в частности, Бхагавад-гита говорит об этом. Если человек действительно познает Бога, он не может в него не влюбиться. Это становится таким естественным желанием жить счастьем Бога, естественным желанием принять то, что он хочет и просит меня, потому что человек видит, как Бог к нему относится. И мы видим, что в истории человечества есть примеры такой любви. Самый, наверное, знаменитый пример, который доступен нам на Западе, это Иисус Христос. Из любви к своему Богу, Отцу, Он пошел на такие страшные страдания, на такую жертву. Смотрите, план Бога был в том, чтобы помочь людям избавиться от своего эгоизма, понять, что такое любовь. И для этого нужно было показать всю красоту любви, показать, насколько сильно это чувство, чтобы люди воодушевились полюбить Бога. Но для этого нужен пример. И жизнь Иисуса Христа, его жертва, вдохновляют человечество уже 2000 лет. И таких примеров много. Это замечательно. Без таких примеров у нас не было бы никакого шанса понять, что такое настоящая любовь и что такое настоящее смирение.